Час зачатия, я помню, не точно. Значит, память моя однобока. Но зачат был я ночью порочно. Явился на свет не до срока. Я рождался не в муках, не в злобе. 9 месяцев, это ж не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, свидетели, что плюнули, дотунули. И вы, мои родители, зачать меня задумали. В те времена далекие, теперь почти былинные. Когда срока огромные, приливы-топы длинные. Их брали в час зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честнокомпания. Ходу, думушки, резвые ходу. Слово в строченьку, милое слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой, соседочка с соседушкой баловались водочкой. Там жили вровень, скромно так, система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Там на зуб-зуб не попадал, не грела дело гречка. Там я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я здоровый трехлетка на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога. И народ зажигалки тушил. И как мало я фронту подмога. Мой песок и дырявый кувшин. И лило солнце три луча сквозь дыры крыш просеянных. На Евдоким Кириллыча и Кисю Моисееву. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок. Поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок. Хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался снимать я. Пленный гоню, чего же мы дрожим? Возвращались отцы, наши братья, по своим, по домам, да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями. Да у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия. Пришла страна лимония, сплошная чемодания. Взял отца на станции, погоны словно царские. А из эвакуации гурьбой валили штатские. Оклемались они, огляделись, похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал тоннель рыть отец Витин с Генкой. Мы спросили, зачем, он в ответ. Мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем. Из коридора нашего в тюремный коридор шел. Да он всегда был спорщиком. К стене прижмешь, откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но отцов свои умы, а что до нас касательно? На жизнь осматривались мы вполне самостоятельно. Все от нас, да почти годовалых, толковище вели до кровянки. А в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось по танки. Не досталось им даже по пули. Прими слухи, живи, как туши. Не дерзгнуть, не рискнуть, но рискнули. Из напильников делать ножи.
Они попьются в легкие от никотина черные, по рукоятке легкие, трехцветные, наборные, или дела отменные. Сопливые острожники на стройках необцепленные, на хлеб меняли ножики. Сперва играли в фантики при стенах с крахоборами. И вот ушли романтики из подворотен ворами. Было дело, и были подвалы, было время, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Дети бывших старшин до майоров на ледовых широт поднялись. Оказалось, из тех коридоров им сподручнее было бы вниз.